Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Щосереди ми зустрічаємося з представниками національних меншинств. І сьогодні в нас представники болгарської спільноти – товариства імені Івана Вазова. Я з задоволенням хочу вам представити Ольга Колот, директор Центру болгарської мови та культури при Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, Кіра Яно – вчитель болгарської мови, Ірина Колот, студентка Софійського університету імені Климента Охридського, що знаходиться в Болгарії. Вітаю вас в нашій студії. Дякую. Пані Ольго, одразу до вас запитання. Де можна навчитися взагалі спілкуватися болгарською мовою? У нас в місті Миколаєві, так, взагалі? Так. Якщо можна, я російською мовою. У нас в Миколаєві, к счастью, существует очень много возможностей, сейчас уже очень много возможностей изучать болгарский язык. Так как у нас достаточно большая диаспора болгарская, которая находится в Терновке, при Терновке у нас есть школа в Терновке 16, и при этой школе уже очень давно существовал кружок и факультатив болгарского языка. Мы можем изучать болгарский язык в университете, в Черноморском университете имени Петра Могилы, и потом, естественно, имеем возможность обучать детей, учить детей дальше в Болгарии. Но, естественно, с самого начала, где могут научиться детки с маленьких изучать болгарский язык, это в школе. Вот Кира Сергеевна может нам рассказать, как это происходит у нас изначально. Ну, все начинается со школы, все начинается с нас. И у нас в школе, в 16-й школе, в Николаевской общеобразовательной школе номер 16, еще с 1989 года существует и работает кружок болгарского языка для начальной школы и факультатив болгарского языка для старшей школы. Но там немножечко были такие проблемы, очень мало часов, поэтому мы не успевали ничего. В 2012-2013 учебном году при нашей школе еще открылась болгарская школа имени Ивана Вазова, директором которой есть Ольга Дмитриевна наша. Вот, и уже нам полегчало. То есть у детей появилась возможность более углубленно изучать язык. Школа болгарская работает у нас по субботам. И уже не так, как мы в школе изучали этот язык, и преподавание велось одним учителем. В болгарской школе уже работает три учителя. Учитель языка, это я, учитель истории и географии, Варвянская Татьяна Александровна. Тоже на болгарском преподается? На болгарском, да. Ну, там идет, как бы, понимаете, не все понимают еще болгарский язык. Так. Чтобы не было у старших детей, да, в основном уже старшие детки у нас болгарский язык более-менее так понимают. И еще есть у нас преподаватель фольклора, Малинчик Елена Витальевна. Вот, то есть у нас уже три урока, как бы, комплекс. В трех направлениях мы ведем обучение. У нас при нашей школе, при 16-й, значит, существует три группы, я не могу сказать их, это три класса, это три группы. Малыши, которые изучают первый и второй год болгарский язык, потом идут средние классы и старшие дети. И вот так вот мы втроем меняемся, по очереди все происходит, вот так обучение. С начала года, вот я хочу сказать, потому что я узнавала, вот общалась с другими представителями других меньшин, у них то же самое. То есть как мы обучаем детей первый год и с начала года. То есть сначала идут детки, все, которые первый год изучают язык, я их всех сажу вместе, потому что, ну как бы это на таком, на очень уровне. Потом после этого, когда уже они более-менее начинают общаться, что-то знают, тогда мы их можем уже перевести в среднюю группу и в старшую группу. Ну вообще детям тяжело обучаться или нет? Или в принципе все быстро схватывают? Ну, смотря кому как, конечно. Но ну, так как болгарский язык – это славянский язык, то очень много у нас общего в украинском, в русском, в болгарском языке. И свое обучение я начинаю с тех слов, которые как раз вот одинаково звучат во всех языках. А потом уже начинаю там
смешные слова, слова, которые, так как у нас этнические болгары, и у нас немножко язык отличается от литературного, то уже включаю те слова, которые звучат, допустим, у нас в Терновке. Так, в Болгарии, например, там по-другому, например, там карпуза – это арбуз, а там у них диня, то есть очень много различий. Интересно, да, тогда уже как бы дети заинтересовываются этим всем, ну и по ходу там всякие красивые места, это все демонстрируется, все показывается. Если я неправильно поняла, вы меня поправьте, пожалуйста, вот, насколько я понимаю, дети младших классов изучают и украинский, и английский, еще и болгарский. Да, конечно. Наверное, очень такое накладное. Да, я сначала боялась брать детей первого класса. В этом году у меня были детки первого класса, я вам скажу, что с ними даже, пусть не обижаются другие детки, интереснее работать, потому что там совсем другое обучение. Там идет на уровне игры, то есть мы что-то рисуем, запоминаем слова, мы что-то там, какие-то кроссвордики решаем там, или как там, заполняем, да, там, ребусы. Ребусы, да, то есть в таком ключе их обучают. То есть, ну, какие-то, самое главное, словарный запас, чтобы дети имели. Вот первый год мы идем словарный запас, я им нагоняю, если можно так сказать, историю они на своем уровне слушают, и фольклор там, мы уже их включаем во все вот мероприятия, которые мы делаем, потому что мы выступаем очень много, очень часто. Мы вот в этом учебном году, или как сказать, в том году, в 2016 году участвовали в фестивале «Лиманские зори», заняли там второе место и первое место. Сейчас вот... «Золотой ключик» был, да? В июне, в начале июня фестиваль. Очень много участвуют детки, да, имеют возможность просто... Тоже. Творческие дети, да. Но они у нас сейчас вообще, слава богу, дети имеют возможность, да, изучать языки, и как, чем больше языков мы знаем, тем больше мы люди, да, вот как мы часто об этом говорим. Наши дети, которые имеют корни болгарские, они имеют возможность наглядно вообще посмотреть, как это происходит даже в Болгарии. Вот сначала они учатся в школе, вот при 16-й школе, потом есть возможность для студентов, кто постарше, изучать язык, и вообще и взрослых людей, изучать язык в Черноморском университете. У нас есть центр болгарского языка, и там проходят дальнейшие курсы и подготовительные курсы к вступлению в Болгарию. То есть и у нас поступают и на первый курс, и поступают в магистратуру. Также и студенты, которые просто учатся в Черноморском университете, имеют возможность учить язык болгарский и потом поехать на практики. Вот в этом году у нас как-то уже очень долго длится это процесс практик, то есть у нас есть возможность людям, детям, не только обязательно с корнями, с болгарскими этническими, то есть все, кто как-то, кому нравится болгарский язык, кому нравится болгарская культура, имеют возможность поехать туда и посмотреть, как оно происходит, как происходит обучение в Болгарии. Там практики проходят при университетах. В этом году мы уже были в Варне, мы только вот вернулись с Софии, с двухнедельных практик при университетах. Это очень большая возможность для людей прикоснуться к другой культуре. Да? Вот сейчас у нас очень много говорят, что безвизовый режим, да, и у нас есть возможность куда-то поехать. Это прекрасно, когда есть возможность, когда тебя принимают к тебе, когда вам могут рассказать об этой стране, это, по-моему, еще лучше. То есть вот обучаясь вот по цепочке от детей, да, до взрослых, у нас есть возможность показывать людям мир, да, вот открывать детям, людям вот просто мир. В этом году, вот я уже говорила, мы были уже две практики, будет еще практика в этом году, но у нас сейчас идет ведь процесс обучения, да, для одних закончилась школа, и сейчас вот самый процесс, когда детки поступают дальше в университеты. Есть дети, которые выбирают школу, которым дальше идти учиться. Вот я не в качестве рекламы, но тем не менее хочу сказать, что при 16-й школе детям у нас пишут даже в аттестатах то, что они учили болгарский язык. Ну, то есть это тоже большой плюс. Когда приходят учиться к нам в университет в Черноморский имени Петра Могилы, имеют возможность дети получить сертификаты о том, что они проходили курсы и о том, что они проходили практику в Болгарии. Ну и, конечно же, не могу не сказать о том, что дети, которые учат у нас в Болгарии,
славянский язык, которые имеют корни, имеют возможность поступать и учиться в Болгарии. У вас на курсах только студенты Черноморского университета? Нет, не обязательно. Не обязательно, конечно, у нас могут учиться все, кто желающие изучать болгарский язык. Мы всегда просто открыты двери у нас для всех. А есть какие-то отборочные туры, может, какие-то экзамены вступительные? Нет, мы приглашаем всех, поэтому мы же начинаем с нуля и можем, тут нет никаких вступительных курсов. У нас для воскресной школы, которая по субботам у нас проходит, просто называется воскресная, потому что один раз в неделю, это министерская программа, Министерство образования Болгарии, вот им огромное спасибо, что они поддерживают этнических болгар, то есть людей, у которых есть болгарские корни. Вот таким образом у нас в прошлом году поступила Ирина на медицинский факультет в Софию, в Болгарии. Я так понимаю, вы также учились в воскресной школе? Да, я училась и в воскресной школе, и потом 11-й весь класс ходила на курсы болгарского, еще историю и литературу тоже. Вот этой всей базы хватило для того, чтобы там учиться? Или все-таки пришлось еще подучивать? Для того, чтобы там учиться, мне на медицине это не нужно, но для того, чтобы поступить, мне этого хватило. У меня был высокий балл для того, чтобы я прошла именно на медицину, потому что отдавалось только одно место на Украину в прошлом году. И вот благодаря именно курсам я и прошла, можно так сказать. Вот, и сейчас уже перешла на второй курс там. Я так понимаю, что вы же общаетесь со своими, возможно, одноклассниками, которые поступали здесь, в Украине. Какая разница между университетами и образованиями? Вы знаете, я общаюсь и хочу сказать, что разница просто колоссальная. Во-первых, подход преподавателей, подход обучения и вообще все обучение построено абсолютно по-разному. Начиная от преподавателей начиная, потому что у нас, насколько я знаю, преподаватели полностью отдаются студентам, полностью контролируют, так сказать, их обучение, но у нас там все не так, то есть если ты хочешь учиться, ты будешь сам учиться, и если ты что-то забыл, что-то не помнишь, не пришел, не сдал, ты сам должен об этом заботиться. Но я хочу сказать, что это очень воспитывает самостоятельность и очень воспитывает ответственность, да. То есть ты не думаешь, что, я не приду, пойду на следующей неделе, и мне, то есть это пролетит как-то. Нет, такого нет. Если ты не пришел, то... Это твои проблемы. Да, это твои проблемы, ты должен сам их решать. Но я хочу сказать, что это лучший подход, потому что... Например, я знаю точно, что я это выучу, что мне не придется это списывать или мне не придется это где-то пересдавать, потому что если я сейчас не сдам, то я и все, да. Больше не сдам никогда. Да. Да, у нас конечно, может быть, разные подходы к образованию, но, тем не менее, каждый выбирает, да, то, что ему нужно. У нас прекрасное образование у нас в университетах, правильно? Ведь мы сейчас стремимся к тому, чтобы наши дети получали как можно больше, как можно лучше. Качественнее, да. И у нас мы хотим, чтобы правильно строить наше государство, чтобы к нам дети, которые учились там, чтобы они возвращались к нам, правильно, хорошими специалистами. Но если они учатся у нас, они тоже должны получать качественное образование, чтобы строить дальше наше государство, чтобы нам же было, у нас же есть и младшие дети, которые чтобы жили, получали удовольствие от жизни здесь у нас, в нашей стране. Но, тем не менее, мы имеем возможность показывать детям, что есть за границей, что есть возможности и там, что можно поучиться, посмотреть, как там, и, тем не менее, вернуться к нам сюда. Вот поэтому ты... Кира, подскажите, пожалуйста, а вот дети учатся в воскресной школе для чего? Для себя больше или для того, чтобы все-таки поступать в высшее учебное заведение? Ну, пока они маленькие, мне кажется, им просто интересно, они просто это учат, потому что домашних заданий мы не задаем. Если я еще их начну грузить домашними заданиями, по болгарскому языку они точно не придут. Вот. Поэтому мне кажется, что на начальной стадии дети учатся, потому что им что-то интересно, им очень нравится, может быть, такой маленький секретик, им очень нравится выступать.
И общение, да, вот эти вот, вот процессы. Вот когда мы выступаем, мне даже кажется, что вот для малышей больше эти выступления дают пользы. Они вот заучивают какие-то стихотворения, они учат песни, они какие-то танцы учат. То есть у них уже как-то вот, ну как-то в голове что-то начинает складываться про Болгарию. Старшие дети, вот уже начиная с 9 класса, они больше уже ходят, и они прямо приходят и требуют. Они говорят, нам больше уже дайте... Знают, для чего да, это. Да. Нам больше дайте язык, историю, и давайте, задавайте нам, потому что я им уже начинаю, ну так тоже так, не очень настойчиво, но они делают дома, что-то делают, кому надо. То есть у разных возрастов свои какие-то мотивы разные. Сейчас все-таки у детей есть цели, это очень важно. Знаете, вот появляется не то, что просто получить какое-то образование, все-таки получить образование, с которым они смогут дальше как-то строить свою жизнь. Да? Вот там дети, которые изучают языки, вот, там, вот у нас в университете очень много различных центров. И я смотрю, интерес детей все-таки очень большой к языкам. Это очень хорошо, потому что они знают язык, они могут себе позволить дальше куда-то поехать, что-то посмотреть по каким-то программам, по каким-то вот возможностям сейчас все-таки открыты. И, конечно, для детей, которые изначально учат язык, им проще. Очень у нас как этнические болгары, так и не обязательно. Mm-hmm. Может быть, кто-то в семье есть болгарин, не обязательно. Может быть, просто живет в этой среде, да, Терновка, она все-таки пропитана болгарским духом. И этим детям интересно изначально, потому что где-то слышали от бабушек, от дедушек, как он все происходило раньше, как они жили, как они разговаривали, на каком языке. И все-таки возвращаться к корням очень важно. Они знают, что вот так это было, и тут интересно, как это будет сейчас, а как это сейчас происходит вообще там, в Болгарии. И я хочу сказать, что у нас даже вот в таких вот компактных поселениях болгар, ну и вообще наверняка других национальностей, вот эта культура сохраняется гораздо, ну как бы тщательнее, гораздо так больше люди заботятся о культуре, да, о своих традициях. Мы вот начинаем возрождать сейчас культуру, традиции, вот то, что знали, делали наши предки. И это очень приятно, что детки тянутся к этому, что им интересно посмотреть, как это происходило раньше, как это сейчас происходит где-то там за границей, как это было у нас в семьях. Поэтому у нас и на фольклор очень большой, вот мы акцент такой делаем на фольклор, на обычаи, на культуру. Происходит очень много различных у нас мероприятий. В принципе, наше общество вот имени Вазова было создано очень давно, уже больше 20 лет. И как-то изначально мы делали большой акцент на науку и на образование. И вот уже годы накопившиеся у нас много различных проектов, новых проектов. Вот знаете, что в этом году у нас проходило 150-летие Южнославянскому пансиону, мы делали на, приглашали очень много болгар. И вот сейчас мы слышим отголоски оттуда, потому что они приглашают уже нас, они говорят, что вот здорово, что вы поддерживаете, что вы больше знаете и любите и цените то, что было вот 100 лет назад, чем сейчас мы, потому что вся Европа настроена на куда-то дальше, да, вот они вперед, а мы пытаемся сохранить то, что осталось, вот какие-то ценности, да, вот то, что осталось у наших предков. Как вы? Ирина, очень интересно, вот вы говорили о том, что вы учили историю, а вообще вот люди, когда хотят куда-то уехать, ну, насколько я вот в себе сужу, да, мне бы только язык выучить и все. А зачем вот нужно вот изучать такие тонкости, культуру, историю? Историю для вступительного экзамена, потому что без него никуда. И там 50% язык, 30% где-то это история, и 20% это литература. То есть, если бы я не учила историю и литературу, я бы просто не поступила туда. И также хочу сказать, что там люди больше изучают свою историю, и даже в разговорах между моими однокурсниками они очень часто затрагивают именно какие-то исторические темы. И для того, чтобы просто поддержать разговор, я даже могу что-то им сказать, что я тоже знаю. И да, вот для поступления, для общения, чтобы больше окунуться в атмосферу, среду, наверное, да, больше знать, куда я еду, понимаю, зачем я еду, да, вот. А в этих школах, в воскресной школе и на курсах, я так понимаю, учатся большинство из Терновки, а вот из Николаева? Не, из Николаева. Вот Терновки больше вот школьники, а уже в университет, конечно, приходится всего Николаева. У нас же все-таки поразъезжались тоже очень много, да, болгар очень много и в самом Николаеве, и в области, поэтому у нас, ну, как бы так, поэтому мы так и создали, что школа сама при школе, при Терновской, а уже курсы и подготовительные курсы у нас
при Черноморском университете, то есть в городе, где людям проще добираться. У нас очень много детей приезжают из Октябрьского, приезжают дети из других каких-то, из другой части, со всей части Николаева, в принципе, со всего Николаева к нам приезжают изучать язык. В этом году тоже уже поступали, министерство уже приезжало сюда, то есть уже были вступительные экзамены, вот как в прошлом году точно так же, но еще нет ответов, кто поступил, поэтому все в напряженном ожидании, как же, что же пройдет дальше. Но мы все равно не будем останавливаться, поэтому приглашаем и дальше учить язык, развиваться и... Добро пожаловать. Есть ли какой-то лимит по набору? Сколько человек может прийти? В курсы? Нету. Если у нас сколько больше людей, то мы открываем еще вторые как бы группы. Тут это без этого, ну, это абсолютно все равно, потому что у нас хватает преподавателей. У нас есть вот в Черноморском университете преподаю я и Оксана Владимировна Харчук. То есть все с профессиональным образованием, все филологи, которые имеют, я в этом году, не в этом году, уже год как докторант в Софийском университете, ну, то есть мы повышаем квалификацию постоянно, у нас нет так, чтобы просто преподавать, потому что вот я знаю там язык, нет, у нас все это на профессиональной основе. И историю у нас преподают историки, то есть вот в Армянской Татьяна Александровна, у нас Гамза Владимир Ильич, который у нас историю читает на курсах, то есть уже подготавливает более такой вот базу такую крепкую. Поэтому у нас все, мы стремимся, мы развиваемся, у нас нет недостатка в преподавателях и в желающих тоже, и надеюсь, в этом году все будет больше и больше. В этом вообще студентов много уезжает в Болгарию? Или все-таки остается много? В Болгарию учиться? И учиться, и жить, и вообще. Ну, жить, вы знаете, сейчас есть возможность. Конечно, не могу сказать, что много, но все-таки уезжают. Уезжают, многие возвращаются. Ведь программа по образованию в Болгарии существует очень давно. Еще я начинала учиться после школы, я тоже училась в Болгарии, но я вернулась. И очень много кто вернулся в это время. Ну, вот как бы... Но это все зависит. Половина возвращается, кто как себя находит. Я считаю, что все-таки возвращаться нужно. Нужно строить там, где родился, там и пригодился. И нужно как бы на этом и строить. И детей хорошо, пусть они смотрят, что как можно жить. Ну, строят это дальше, возвращаются. Правильно, и делают приехать, это здесь. Показать, да. Здесь, еще тоже. Здесь нужно, да, нужно дальше учить. И показывать, что и тут тоже очень хорошо. Правда, Ирина? Вы хотели что-то дополнить? Я хотела дополнить про школу, что у нас в школе не только вот студенты со всего города. У нас вот, например, сейчас в школе у нас учатся, у нас были представители 32-й школы, 51-й педагог лицей, у нас есть 46-я даже школа, 22-я школа, то есть детки со всех школ, ради бога, нам все равно, с какой школы детки, да, мы всех принимаем, и вот у нас... Чем мне нравится наша школа, именно воскресная школа, там вот дети все равно все вместе. Вот мы выступаем вместе, мы обучаемся, мы все равно выпустили из классов как бы деток, и они все вместе. И вот у меня есть одна бабушка, девочка первый класс закончила, она говорит, я первый раз в жизни вижу, что дети, допустим, с 10 класса и дети с 1 класса, вот как мы перед выступлением, надо же чем-то заняться, вот они все вместе, у них нет такого, что одна кучка там, одна там, одна там. Они как-то все вместе, как-то они все... как сказать, дружно, да, очень они сдружились очень хорошо, поэтому... Воспитывает в детях, да, вот такой вот даже. Да, нам все равно, с какой школы дети, нам все равно, какой национальности дети, мы всех обучаем. Главное, чтобы были обучаемые. Да, 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 кстати, даже не обучаемые, лишь бы им хотелось. Главное желание, у детей же это самое главное. Будет желание, будет и какой-то дальше и цели детей. Это сейчас, ну сейчас, слава богу, у детей я как бы работаю очень давно с детьми, и мне кажется, сейчас у детей есть цели. И вот они видят эту цель и к ней стремятся. Не нужно их заставлять учиться, они сами хотят. Это очень важно и очень приятно, что сейчас дальше у нас есть школьников, возможности. Школьников родители еще ставят перед собой какие-то цели, да, и они их вот очень... толкают этих деток, чтобы они, потому что маленькие детки, они учатся, потом на каком-то этапе им надоедает учиться. Вот если нас поддерживают родители, да, так, то да, это да, вообще да. Хорошо. Они через не могу, через не хочу, там где-то месяца 2-3, и опять все возвращаются. Да. Да. Поэтому... Как вы считаете, с чем связано то, что вот в последнее время так интенсивно и родители заинтересованы, чтобы дети учили другие языки, и дети тоже, в принципе, заинтересованы для того, чтобы вот и развивать себя, особенно постарше дети, они же сами приходят уже. С чем это связано? С возможностями. Я думаю, что это связано с возможностью детей
поехать посмотреть своими глазами, получить европейский диплом, посмотреть, как это происходит в других странах. Ведь у нас есть такой шанс, есть такая возможность, что мы можем показать детям мир, да, и мы конкретно, кто с корнями, да, с этническими, мы приглашаем всех, и добро пожаловать, всегда будем очень рады. И показать саму Болгарию, и показать ее здесь, и отвезти туда, ну, то есть добро пожаловать всем всегда. Спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам в гости, поделились такой, я думаю, довольно-таки важной информацией, и кто-то что-то для себя подчеркнул, возможно, заинтересовались, и придут обязательно учиться. Приглашаем всех. Да. Я хочу нашим гостям нагадати, що в нас були представники болгарської спільноти товариства імені Івана Вазова. Дякую, що ви були з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.